Не вижу Тимберсоу. Тимберсоу 20 левел. Он сплитпушит, занимается какими-то дефами линии. Тут, кстати, морфинг прилетает просто на стан длины. Опять снова в лоу хп. Шейкер так. А вот это неплохо. Хороший хаслэм тотем фиссура. Но, опять же, шейкера здесь подцепили, подтянули. Дровка начинает нарезать по стике. Стика здесь пытается бежать, но Тимберсоу отсюда никуда его не отпустит. Ой-ой-ой-ой, люди ЦК нормально. Это так нарезает. Поставили сейчас еще и спруты или шрак. Пошло замедление. ЦК, тычка, крит, 638. Минус дровка, 52 секунды в таверну. Продолжается драка. Пытается подцепить морфинга. Морфинг также должен будет погибнуть. Морфинг в таверне, и Тимберсоу делает байбек. Но поздновато, поздновато, Тимбер, поздновато ты его делаешь, когда твоя команда уже вся погибла. В итоге команда на Authentic отправляется пушить уже Т4. Возможно, по цепи того самого Тимберсоу он остался без байбека, и это похоже на GG. Да, там еще и Абадона пытается убить, но потом все-таки на ХГ. В итоге GG прописывает команда хотпот на первом. Чтобы можно было проще устроить, да. Так, кстати, забрали сейчас Рубика. Манки Кинга нужно просто попытаться вывести из арены. Ну, да, я практически вывезли. Сейчас Манки Кинг прожимает БКБ, но Лайфстиллер начинает его тут съедать. Вот вывезли бы, убили бы. Там, кстати, варды сейчас этого Манки Кинга, правда, доедят, а Лайфстиллер будет доедать Дума. Под армлетом, ну, такой вот приятный Лайфстиллер. Это не тот Лайфстиллер, который собирается там через какие-то радики или еще что-то. Рейта, но пока на него забивают и начинают драться без него. А если что, у Дума там, ну да, у него ультимейта не имеется. Манки Кинг сейчас раскастовывает свой ультимейт в тролля, у тролля это нет байбека. 115 секунд. Это шанс, Дума там, кстати, все еще не сняли, да, он, да, так его могут и не снять, кстати, Лайфстиллер просто идет Виномансера бить, тут же в это время подцепили Манки Кинга, а Манки Кинг что? А Манки Кинг правильно тоже, по-моему, без байбека, вот Дума только сняли, Дум в итоге после того, как провел достаточно долгое время в заточении на хайграунде.